Для многих это первый выход на лед. Хоккей на свежем воздухе приносит разнообразие в тренировочный процесс. Нагружаются другие группы мышц, совершенствуется техника. При общении к уличным условиям помогают воспитанники спортивной школы хоккейного клуба «Брянск». Пришли не с пустыми руками. Для своих сегодняшних подопечных приготовили игровые майки. После тренировки товарищеская игра 3 на 3. Приятная возможность на деле показать, чему научились. Кирилл Новиков, «Брянск».